Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, вы на канале Dennis Lounge, и сегодня я вам расскажу об вот таком жестком диске производства компании Seagate. Поехали! Итак, данный внешний жесткий диск выполнен в достаточно небольшом форм-факторе в размером с руку. Внутри стоит 3,5-дюймовый винчестер на 4 терабайта, причем бывают и разные его версии. Соответственно, в Российской Федерации можно купить версии на 4, 6, 8 и 10 терабайт. Стоимость начинается от 9500 за вот такую младшую модель и достигает 20000 за старшую модель на 10 терабайт. Что по разъемам? В данном жестком диске имеется два разъема USB 3.0. Соответственно, мы можем подключать сюда дополнительную периферию, такую как внешние жесткие диски, либо какие-то другие устройства с USB разъемом. Но, соответственно, за это нам приходится платить питание, потому что питание у этого жесткого диска внешнее. Хотя блок питания сам по себе достаточно небольшой. Также здесь имеется стандартный USB microB разъем для подключения жесткого диска к компьютеру. И в комплекте идет также кабель с таким разъемом на USB. Ну а всем владельцам последних компьютеров Apple я, конечно, рекомендую прикупить вот такой кабель с разъемом USB microB на USB Type-C, чтобы напрямую, без переходников, вы могли подключать свой жесткий диск к вашему компьютеру. Что по скорости у этого диска? У него заявлена скорость USB 3.0. Соответственно, я вам сейчас покажу на экране результаты. Именно им она примерно и соответствует. Итак, что можно сказать об этом жестком диске? Достаточно маленький, аккуратный, не очень большой и достаточно отказоустойчивый. Сюда ставят диски, которые в принципе при нормальном стечении обстоятельств не ломаются. И у меня лично он стоит уже более года, с ним все хорошо, работает нормально. Ну а если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также пишите в комментарии, что вы думаете об этом жестком диске. Ну а с вами был Максим, всем спасибо, пока!